Друзья, сейчас предлагаю приготовить со мной наивкуснейший пирог со свежей вишней. Вот сейчас это моя вишня, сейчас я немножко ее соберу и покажу быстренько, как я готовлю пирог со свежей вишней. Кстати, когда была клубника, у нас она уже закончилась, я такой же делала именно с клубникой. Ну вот, собрала я немножко себе в тарелочку, и сейчас надо ее промыть и убрать косточки. Затем я беру 3 яйца, 140 грамм сахара, и хорошенько надо взбивать миксером в течение 4-5 минут. Масса должна несколько раз увеличиться, быть практически белой. Затем в эту массу добавляем 140 грамм сметаны. И также все дальше надо взбивать миксером, чтобы все хорошенечко соединилось, чтобы масса была однородная. Работать надо миксером. Вот. Затем к этой массе берем сливочное растопленное масло. Я в микроволновке растапливаю и вот добавляю также к нашей массе. И также хорошенечко все взбиваем, чтобы все ингредиенты соединились. Затем берем ванилин. Ванилин берите по вкусу, разрыхлитель 1 чайную ложку. Также добавляем и опять все взбиваем миксером. Затем просеиваем 250 грамм муки. Вот. И уже не миксером, а я венчиком делаю, перемешиваю свое тесто. Вот, беру я форму такую, на дно пергаментную бумагу, и затем сливочным маслом края, все бортики и дно очень-очень хорошенечко надо смазать обязательно. И затем уже потом сверху по сливочному маслу немножко присыпать мукой. Вот обязательно так сделайте, и у вас все ваша выпечка никогда ни к чему никогда не пригорит. Не пристанет. Затем берем наше тесто и высыпаем половиночку, где-то вот так половиночку наливаем, разравниваем ложечкой хорошо, и затем выкладываем нашу вишню без косточек слоем. Все хорошо выложили на тесто. Потом надо брать вторую половину теста и также сверху заливаем. Ложкой хорошо разровнять и сверху еще второй слой вишни. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Где-то 30-35 минут, ориентируйтесь, конечно. Смотрите, проверяйте в течение приготовления. Шпажкой обязательно надо проверять свой пирог. Когда вот протыкаете, если шпажка сухая, спокойно вытаскивайте, ваш пирог готов. Дайте немножечко остыть, все спокойно из формы выложить на блюдо наш пирог, посыпать сахарной пудрой и, пожалуйста, к чаю. Обалденный вкусный пирог. Приятного аппетита, друзья! Обязательно советую приготовить. Кушайте, кушайте на здоровье и готовьте. Обалденно! И дети, и взрослые все любят. У нас съедается это моментально. Пока-пока!